Хорош проход Азара. Он падает. Судья показывает на точку. В крайнем случае на линии. А линия это уже штрафная. А как остановишься? Отрабатывал назад. Мог не ставить. Мог не ставить. А Исла вообще просил, что просто так, что ли? Если всегда было черное или белое, не было бы разговора. Но Азар забьет такой пенальти. Бытует мнение, если тебя сбили, да еще и прилично сбили, лучше тебе не бить. Тем более есть Дидье. Эден Азар выводит Челси вперед. 2-1. Помните, как гол забил Queen's Park Rangers? За минуту перед этим, даже за 30 секунд у Азара был шанс. Он не сумел сильно пробить из предела штрафной. Так вот сейчас Челси с пенальти вновь проходит вперед. А за минуту перед этим Чарли Остин из очень хорошей позиции. Ну не то, что не попал, она не...